Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно сейчас, видите картинку перед собой. Просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз включил наш обзор сегодня, вкратце повторю план, то, что мы обычно с вами рассматриваем. Рассматриваем мы ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей, статистики. Отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс уже мониторим текущее состояние рынка и текущие наши открытые позиции по инструментам. Так, что у нас в чате? Вижу, народ постепенно подключается. Так, комментарии положительные. Ага. Так, ну что, давай тогда начинать. Если все у нас в порядке, начнем с рассмотрения евро-доллара ситуации. Техническую картину рассмотрим, ну и, собственно, фон. Вчера у нас с вами особо каких-то важных событий, собственно, не было. Вчера у нас выступали представители ФРС США, вот, опять же, которые помогли сместить немного акцент, да, то есть на укрепление именно американского доллара. Вот, потому что в любом случае инвесторы, участники всегда обращают внимание на выступления представителей ФРС. Помимо этого, также была статистика по Америке, да, то есть что можно отметить. Опять же, статистика по рынку труда. И на сегодняшний момент, то есть, опять же, как сообщило Министерство труда, число американцев, которые подали заявки на пособие по безработице, неожиданно выросли. Но при этом остается ниже уровня, связанного с укреплением рынка труда. То есть первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 15 тысяч человек. То есть с учетом сезонных колебаний достигли общего значения 258 тысяч за неделю, которая закончилась 18 марта. Вот. И уже обращения за предыдущую неделю были пересмотрены и показали на более чем 2000, да, полученных заявлений, чем сообщалось ранее. И как раз таки пересмотренные заявки показали, что количество обращений упало до 210 тысяч за неделю, которая закончилась 25 февраля. То есть это, получается, самый низкий показатель был там, аж с 1969 года. Вот такие вот у нас были одни из таких важных, да, данных по Америке. Плюс, опять же, вчера у нас должно было быть голосование за отмену, да, реформы здравоохранения. Но в итоге вчера у нас ничего не было, решили перенести данное событие, то есть не было голосования палаты, да, республиканцы не стали. И сегодня мы, я думаю, все-таки сможем увидеть, услышать, да, то есть прочитаем. Ну и, конечно, будет влияние определенное, потому что рынок в ожидании данного события. Вот вчера у нас не было его, поэтому все достаточно было спокойно, но при этом мы видим, что постепенно действительно есть такой акцент, да, смещение в сторону роста американской валюты. Вот. Что касаемо еврозоны, да, Евросоюза, вчера у нас каких-то важных событий, да, там новостей, статистики у нас не было, да, что могло бы повлиять именно на евровалюту. Техническая картина, мы видим, что у нас сейчас идет процесс образования и формирования минимума на 4-часовке. То есть сейчас мы пробили зону 1.0777, важная граница сопротивления, диапазон у нас, и постепенно мы видим, формируется у нас очередной среднесрочный максимум, да, то есть от этой важной зоны, важной границы. Вот. Мы с вами будем мониторить ситуацию, да, то есть уже с учетом сегодняшних новых событий, данных, новостей, будем рассматривать
Продажи у нас условия есть, продажи возможные, да, у нас будут после пробития зоны 1.07 вниз, да, то есть это будут, ну, скажем, уверенные заходы, вот, хорошая точка входа, и далее уже рассматриваем цели 1.0655, 1.0620, 1.0632 и 1.06 ровно. Вот. Что касается вообще представителей ФРС, да, которые, ну, по большей части поддержали американскую валюту. Вот. Было выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, вот, который отметил, что очень важно, чтобы ФРС оставались политически независимы, вот, структуры. И он заявил, что рост экономики США остается сильным, то есть сектор домохозяйств в довольно хорошем состоянии сейчас находится, и США приближается к полной занятости. Ну и он отметил, что уровень государственного долга США создает экономические трудности при этом в предстоящие годы, и сокращение баланса является подходящим шагом в будущем, и ФРС должна урезать баланс постепенно и предсказуемо. То есть при этом уже четко сообщалось, что ФРС, да, публикует четкие свои планы, да, по балансу, то есть на самом рынке. Вот. Также он отметил, что три повышения процентной ставки ФРС в этом году являются разумной базовой линией, однако повышение может быть быстрее или медленнее, то есть будет все зависеть от данных. Вот. Ну и Каплан также отметил, что главной угрозой для мировой экономики, то есть это старение населения, медленный рост рабочей силы в развитых странах. Вот. Помимо этого, также у нас выступал еще один представитель ФРС Кашкари, то есть что он отметил, данные по гражданам США, вновь выходившим, да, на рынок труда, неоднозначные. Как только ФРС примет решение касательно стратегии по балансу, следует ее тут же опубликовать. Вот. Могут также принять решение выступить против нового повышения ставок в зависимости от экономических данных. То есть хотелось бы сократить баланс ФРС до нового повышения ставок, чтобы оценить реакцию рынков. Ну и также необходимо повысить требования к капиталу крупнейших банков, вот, примерно вдвое. У ФРС есть мощные инструменты на тот случай, если инфляция окажется неожиданно высокой. Вот. Ну и перспектива управления рисками подразумевает большую склонность ФРС к мягкой политике. Вот, собственно, такие были комментарии от представителя. И еще один представитель у нас вчера выступал, комментарии давал, представитель ФРС Уильямс, который сказал, что ожидает 3 или даже 4 повышения процентных ставок в 2017 году. Вот, повышение ставки зависит не от налогово-бюджетного стимулирования, а от экономических данных. То есть своими комментариями, то есть он уже дал четкую направленность, да, то, что ФРС, скажем, да, не смотрит на там возможные какие-то там поправки или там кардинальные изменения, да, в налогово-бюджетном стимулировании, то есть это никак не повлияет на решение. И вот такой вот момент. Экономика США в настоящее время демонстрирует хорошие показатели. Да, то есть приближаемся мы к целевому уровню максимальной занятости и инфляции в 2%. То есть денежно-кредитная политика весьма мягкая с точки зрения баланса процентных ставок. И имеет смысл постепенно ужесточать политику по балансу и ставкам в течение следующих нескольких лет. Нормализация баланса должна быть постепенной и прогнозируемой. Вот самое главное, и проходить уже параллельно основной политике. То есть, ну, опять же, вот все как один, да, говорят о том, что очень важный момент все-таки, да, то, что должна быть нормализация баланса, да, то есть она должна соответствовать текущей денежно-кредитной политике, должна быть прозрачность абсолютно, да, для того, чтобы не было волнений на рынке. Также то, что он отметил, то, что предпочтительно удерживать баланс неизменно до тех пор, пока ставки значительно не превысят нулевую отметку. Вот. Ну и желательно добиться хотя бы наполовину нормализованных ставок до сокращения баланса ФРС.
Вот. Три повышения ставки в 2017 году уже положат начало нормализации баланса ближе к концу текущего года. Вот, собственно, такие были у нас комментарии крупных политиков, представителей ФРС, которые, в общем, в целом все, да, смогли поддержать валюту американский доллар. Ну и сегодня ожидаем все-таки, да, то есть голосование очень важный момент, да, по закону здравоохранения. Вот, будем ждать. Надеюсь, что очередного переноса у нас не будет. И сегодня мы там узнаем уже по факту. И в понедельник, конечно, прокомментируем на нашем утреннем обзоре. Вот, на текущий момент, но пока, на сегодняшний день, да, пока в ожидании. В любом случае, тот же евро-доллар, да, у нас постепенно ждем разворот. То есть у нас среднесрочная перспектива, она не меняется, в общем, в целом остается, да, то есть евро у нас находится под давлением, плюс, конечно же, политические факторы влияют тоже, да, то есть выборы президента Франции на текущий момент, то есть еще будет много проблем создавать, также терроризм, да, то есть постоянные конфликты, беженцы, то есть это все только негатив. Валюты посмотрим. В любом случае, у нас есть условия. Дальше, ну, будем смотреть уже по достижению и рассматривать возможности по входу в позиции покупки. Покупки пока не рассматриваем, потому что действительно сейчас находимся мы на максимуме. Далее, что касаемо британского фунта. Видим, вчера британский фунт, были попытки, да, движения уже к основной нашей границе 25-45. Сейчас видим, корректируемся вниз, то есть у нас идет процесс образования очередного максимума, ну и на дневке также у нас мы видим, что движение на текущий момент, да, рост прекратился в любом случае. Что касается вообще Британии, ну, у нас вчера там каких-то важных, в общем-то, событий, да, то, что могло бы кардинально повлиять на ситуацию, не было. Вот. Что касаемо того же Брексита, конечно, ситуация актуальная, и по большей части Брексит, конечно, негативно влияет на британский фунт. И более того, как отметили, ну, в общем-то, представители одного из крупнейших банков во всем мире, Deutsche Bank, да, то есть они ожидают, что все-таки к 2017 году, к концу 2017 года, да, то есть фунт окажется ниже минимальной среднесрочно, да, то есть цены своей, да, которую был, получается, так, 30-го, да, где-то, ну, вот в сентябре месяце у нас минимум был 1.17, то есть ожидают движения, то есть до 1.06, то есть к концу года, то, что Brexit будет негативно сказываться на дальнейшей экономической ситуации страны. Вот. Но это, опять же, ожидание, плюс, конечно же, самое главное, мы посмотрим, у нас по факту 29 числа, да, 29 марта, дата официального выхода, применение статьи 50, ну и важный момент, конечно же, все будет зависеть от Терезы Мэй, да, то есть от ее дипломатических способностей, сможет ли она договориться с Еврокомиссией, да, то есть с Дональдом Туском во главе, который, да, то есть я так полагаю, что, ну и об этом тоже говорят многие политики, да, то, что Европа настроена, да, ну, достаточно серьезно негативно в отношении Британии, да, то есть никаких поблажек не будет. Вот. Очень важный момент, конечно, договоренности по части внешнеэкономической деятельности, взаимодействия, да, то есть торговля, естественно. Вот. Опять же, беженцы, да, то есть плюс финансовый сектор, да, взаимодействие банков, конечно же, что касаемо банков вообще в Англии и в целом Британии, думаю, претерпят изменения, будет снижение ликвидности, да, в связи с выходом, это тоже негативный эффект. В общем, в целом будет, ну и, конечно, пока вот ситуация, да, что дальше ожидать, не ясно. И самое главное, да, то, что сама Британия должна выплатить там огромную сумму, да, по выходу уже, по факту, да, выхода
из Евросоюза выплатить. Ну и я думаю, что все-таки Тереза Мэй попытается, да, эту сумму сократить, скостить для Британии. Но пока, естественно, идут разговоры только, да, узнаем уже, я думаю, в скором времени. Вот. И, конечно, динамика будет, думаю, достаточно серьезная, а фунт еще будет очень серьезно претерпевать изменения. Вот. На текущий момент, пока вот мы действительно находимся там у важных границ, посмотрим в процессе образования очередного среднесрочного максимума находимся. Ну и пока перспектива, в общем, не меняется, да, то есть среднесрочно мы смотрим вниз, да, то есть пока. На текущий момент. Вот, посмотрим, что будет. В любом случае, каждый день также у нас выходит данная статистика. Что касается макроэкономических индикаторов, то они нам говорят, наоборот, о укреплении, да, британской валюты. Ну и мы, в принципе, это видим краткосрочно, то есть каждый день. У нас на этой неделе были важные данные, да, то есть по индексу инфляции, по розничным продажам, да, то есть цифры вышли гораздо лучше прогнозов, да, это очень хороший момент был, ну и видели постоянный рост, укрепление валюты. На текущий момент пока вот видим, что корректируемся, что касаемо возможных продаж, да, то есть и разворот, мы с вами говорили ранее, то есть ждем пробития зоны 24.37, то есть обновление прошлого минимума на 4 часовке, отсюда уже будем рассматривать данные зоны. Вот. Но пока уже ну, на сегодняшний момент, да, мы еще посмотрим, да, то есть вполне еще можем дойти все-таки до главной цели нашей 25.45. На текущий момент. Так, сейчас секундочку прервусь, тут у нас что-то много комментариев, мне чтобы не пропустить. Так, а можно вопрос по, если политики сказали, что Brexit не будет иметь большого значения, а фунт не растет, почему? Так, ну, Ярослав, думаю, что я все-таки смог уже ответить на вопрос, даже еще не увидев его. Так, то у нас Михаил пишет, очень негативные последствия, особенно если Тереза Мэй не договорится с премьером Шотландии. Референдум по выходу из Британии. Вот, ну, на самом деле, Михаил, вот что касаемо вообще Брекзита и референдума в Шотландии, да, то есть референдум в Шотландии, в принципе, сейчас ну, больше на втором плане, второстепенном. На текущий момент, конечно же, акцент именно у участников, инвесторов больше смещен именно на договоренности премьер-министра с Евросоюзом, да, все-таки вот по части дальнейшего взаимодействия. Это уже второй план, ну, естественно, тоже будет важен, но важен, я думаю, он уже будет там, в 2018-2019 году. То есть, ну, явно не в этом году. Так, так, позиции закрыть по фунту, перевести в безубыток. Сегодня будет падать иена на откате, если будет иена. Сегодня доллар расти. Так, угу. Ну, опять же, по иене мы сейчас с вами перейдем. Тут у нас есть в любом случае условия. Конечно, Михаил, спасибо за рекомендации. Вот, в принципе, я знаю, да, то есть, когда закрывать, да, иену, в принципе, мониторить ситуацию. Вот, посмотрим. Сейчас пока по большей части в узком диапазоне у нас находится. Вот, опять же, переходим к фунту все-таки, да, закончим по фунту на текущий момент, да, то есть акцент смещается сейчас, да, больше к росту американской валюты, начиная, да, с, опять же, с вчерашнего вечера, но при этом сегодня у нас важное событие, да, то есть мы посмотрим, если будет усиление роста американской валюты, естественно, то есть мы с вами уже будем акцентировать внимание на продажу и фунта, да, если мы увидим движение, дальнейшее движение вниз и плюс пробитие зоны 24.37, то есть отсюда уже рассматриваем данные продажи.
Вот, пока мы мониторим ситуацию, ну и там те же, у кого покупки, да, открытые, то есть, ну, конечно, можно было и ранее перевести, то есть и мне также можно было перевести в безубыток, да, но на текущий момент буду все-таки смотреть, еще рано говорить о дальнейшем снижении, потому что много неожиданностей у нас есть и на сегодня также в том числе. Так, все то Михаил знает, только не знает правописание безударных гласных. Корень слова. Так, далее. Давайте доллар-франк. И видим, что доллар-франк у нас сегодня выполнил условия по покупкам. Мы об этом говорили ранее, да, то есть у нас самое главное условие было пробитие зоны. Опять же, зона у нас в связи со смещением, да, акцентов. И самое главное, что мы дошли до конечной главной нашей зоны. Зона поддержки — это 0.9902. Отсюда, то есть, мы образовали по факту локальный минимум и идем наверх. То есть пробитие 99.44. Покупки. Целью у нас ближайшая зона 99.67, 99.89, 1 ровно. Собственно, и далее уже, если мы пробиваем зону 1 ровно, плюс у нас сразу же обновляется предыдущий максимум, который у нас сформировался на 4 часовке. Да, то есть тут уже мы будем с вами в дальнейшем покупать. Да, то есть опять же акцент у нас продолжение покупок, и цель у нас будет уже зона 1.0050. Вот, на текущий момент покупки актуальны, да, то есть по доллар-франку. Но опять же, у меня там покупок нет, потому что у меня уже там куча сделок открыта. То есть уже буду акцентировать внимание на те сделки, которые есть, да, и там постепенно закрывать. Вот, но на текущий вот как раз таки есть хорошая возможность уже сегодня появилась. Далее, что касаемо японской валюты, мы видим, что японская иена у нас двигается абсолютно разнонаправленно. И ранее мы два раза достигали важную зону поддержки, то есть 110.71, плюс у нас есть зона, да, 111, это есть важный уровень, да, по СМЕ, да, то есть Чикагская биржа валютной. И как раз нам кто-то, я вот не помню, к сожалению, кто-то нам писал про этот уровень, мы его поставили, даже отметили отдельно. Вот, сейчас постепенно разворачивается, но при этом у нас есть условия, да, которые должна выполнить цена для того, чтобы мы поприсутствовали в покупках тех же. Ну, покупки у нас будут актуальны, когда у нас цена пробьет зону 111.62, то есть попытаемся мы закрепиться выше данной границы и уже отсюда будем рассматривать покупки, плюс, конечно же, те, кто стоит в продажах, то есть закрытие продаж, ну, вот у меня будет уже после того, как цена пробьет зону 111.62. Может быть, это сегодня произойдет, да, то есть произойдет сегодня, ну, значит, сегодня будет закрытие. Вот. Пока ситуацию с доллар-иеной мы мониторим, это, ну, совершенно точно. Что еще можно отметить? Сегодня у нас было выступление главы Банка Японии Хирохи Курода. Что он отметил вкратце, да, то есть Банк Японии вряд ли столкнется с проблемами при покупке облигаций в ближайшем будущем. То есть наблюдаются явные признаки роста экспорта и промышленного производства в Японии. Также потребление, расчета экономика Японии становится наиболее твердыми, да, то есть на твердую почву встают. Целевой уровень инфляции остается на уровне 2%, несмотря на то, что у инфляции недостаточно силы в настоящее время. То есть, опять же, уровень не меняется, да, то есть оптимальная зона 2%, то есть, ну и ждут, в общем-то, в Японии достижения данной зоны. Вот. Баланс рисков для экономического роста цен в настоящее время смещен в сторону понижения. То есть такой вот негативный больше эффект. Вот. Сейчас видим, что постепенно у нас идет
разворот. И самое главное, что среднесрочная перспектива при этом у нас не меняется, то есть ждем роста, да, и более того, в дальнейшем уже фактического пробития, да, нашей границы сопротивления, достаточно неплохой уровень на сегодняшний момент, это зона 114.76. Но опять же, конечно, мы сначала должны достичь этой зоны. Вот, будем наблюдать в ближайшее время, уже на следующей неделе, естественно. Я думаю, появится хорошая возможность. И самый важный момент, конечно же, реакция будет у иены с возможным повышением, да, доходности государственных облигаций, да, то есть американских бумаг. Ну и плюс, если сегодня будет принято решение, да, по большинству голосов, да, отменить законопроект, да, ограничивающий деятельность там здравоохранения, Обамакер так называемый, вот, это будет положительным эффектом, конечно же, для американской валюты. И, конечно, доллар и иена отреагируют. Я думаю, лучше всех даже будет реакция, поэтому будем мониторить ситуацию, и, возможно, сегодня появится возможность для входа в позицию, но ждем, то есть пока еще условия у нас не выполнились, вот ждем достижения. Далее, что касаемо доллар-канадца, здесь мы видим, что у нас доллар-канадец продолжает двигаться в диапазоне, то есть диапазон у нас 33.88 верхняя граница, нижняя 33.10, те же покупки, да, у нас будут актуальны после пробития зоны 33.88, когда цена пробьет и выйдет выше границы. Данные. Что касаемо продаж, здесь также у нас однозначная ситуация. Ждем пробития зоны 33.10. Выход цены ниже данного диапазона. Вот в этом случае уже будем раздумывать о продажах, дальнейшем снижении, укреплении канадского доллара. Вот. Пока, конечно, видим, что американец у нас укрепляется. И по большей части те же разноправленные движения. Но мы пока вот в такой ситуации, когда рынок не знает, да, что делать. Видим, что на среднесроке вообще флетовая ситуация. Вот. Здесь мы, конечно, находимся вне рынка. То есть будем, собственно, мониторить ситуацию. Ну и уже, конечно, ждем следующей недели однозначно. Вот. Пока смотрим. Что касаемо австралийца, вот по австралийцу у нас условия вчера еще выполнились, условия по продажам, то есть у нас произошло пробитие зоны 0.7644, вот я в этих продажах нахожусь, да, то есть открыл позицию, ждем, цель у нас ближайшая 0.76 зона, далее 0.7558, вот как раз у меня тейк стоит у этой границы. Ждем достижения и видим, что постепенно двигаемся мы вниз. Уже образован среднесрочный очередной, да, среднесрочный максимум, то есть сильный диапазон у нас, сильная зона, многолетняя зона, да, сопротивление 0.77. И сейчас видим, что как раз таки вот смещение акцента, да, в сторону укрепления доллара, и плюс вот сегодня тоже ждем важный момент, да, который даст еще один импульс в сторону снижения, да, того же австралийца с долларом, да, то есть даст, я думаю, импульс росту пары доллар-иена, вот, ну и по многим парам, да, то есть у нас изменится ситуация, поэтому мы с вами в ожидании, и здесь уже обращаем свое внимание на достижение наших ближайших целей, ближайших зон. Вот, продажи есть, будем смотреть. Ну, опять же, у нас там вчера, сегодня важных событий, новостей по Австралии особо не было, да, то есть все у нас сейчас пока идет в рамках технической картины, мы двигаемся, обновляем постепенно внутридневные минимумы. Вот, поэтому ждем дальнейшего движения, и сегодня уже ждем достижения зоны 0.76, то есть это наша первая цель. Далее, что касаемо новозеландца, вот новозеландец у нас сегодня
сегодня снизился. И сегодня были важные данные по торговому балансу Новой Зеландии. Что можно отметить? Плюс новозеландец мы видим очень хорошо стартанул вниз, да, то есть новозеландский доллар против доллара, и плюс акцент смещения, да, на укрепление американского доллара, да, то есть мы видим, что идет разворот, и более того, если мы посмотрим, да, на дневном таймфрейме, то есть у нас образован по факту очередной максимум, то есть идет разворот, причем яркий такой разворот, сегодня мы видим усиление падения. И здесь уже, ну, принято решение было мной открыть продажи. Продажи, то есть, опять же, ближайшая цель у нас это достижение зоны 69-62, а далее уже с пробитием данной границы, то есть уже, ну, будет 100% просто продажи. И цель у нас 69-26 и конечная зона 68-90, то есть это наш среднесрочный локальный уровень поддержки, возврат к предыдущему локальному минимуму мы увидим. Вот. А что касаемо цифр, да, то есть по дефициту внешней торговли Новой Зеландии в феврале он составил минус 18 миллионов новозеландских долларов. Аналитики ожидали профицитного торгового баланса при этом на 160 миллионов. После уже пересмотра в сторону дефицита, то есть понижение было, и цифра была минус 257 миллионов. Экспорт при этом снизился на 5,5% в годовом исчислении, или на 232 миллиона новозеландских долларов, до общего значения 4 миллиарда новозеландских долларов после роста до значения 3,91 миллиарда ранее. Экспорт при этом молочной продукции вырос на 55 миллионов новозеландских долларов, то есть составил 5,6%. Что касаемо экспорта молочных продукций, мяса и фруктов, да, то есть экспорт рос у нас. Но другой экспорт, то есть первичных продуктов, включая рыбу, шерсть и казеин, то есть снизился по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Вот. Что касаемо импорта, импорт вырос на 4% в год или на 154 миллиона новозеландских долларов до общего значения 4,2 миллиарда новозеландских долларов, превысив уже ожидание роста, то есть ожидание было цифра 3,99 миллиардов новозеландских долларов. Вот, то есть по факту, да, у нас что произошло? Рост импорта, да, то есть снижение экспорта, общий баланс, да, у нас составил дефицит, да, дефицитное значение, отрицательное значение, это, конечно, негативный эффект, говоря уже о том, что новозеландский доллар у нас находится в переоцененном состоянии, и вот на последней, да, пресс-конференции как раз было отмечено, что нужно в дальнейшем ослаблять новозеландский доллар для того, чтобы была возможность дальше поднимать экономику, чтобы росла, и также росли показатели прежде всего по экспорту. Вот. Плюс еще в связи с снижением цен, да, на уже экспортные товары, да, на сырьевые товары, также вот негативно отражается на общую ситуацию, ну и, конечно, на валюту негативно влияет. Поэтому будем смотреть сегодня, то есть продажи есть актуальные, дальнейшее снижение наблюдаем, цели у нас есть. Вот, дальше будем смотреть сегодня, завтра, вернее в понедельник, да, сегодня у нас пятница, последний день, да, нашей торговой очередной недели, вот, профицитной, это очень хорошо, и в понедельник уже посмотрим дальнейшую ситуацию. Ну и плюс, конечно, будем мониторить уже статистику каждодневную, да, которая выходит по Новой Зеландии, которая может корректировать нам внутри дня наши там позиции. Вот. Ну и пока, конечно, у нас продажи есть, продажи актуальны. То есть австралиец, новозеландец у нас в продажах. Что касаемо золота, да, то есть золото мы видим тоже корректируется,
Но при этом у нас общая ситуация не меняется, тренд у нас восходящий, конечно. И те, кто стоит в покупках золота, да, на сегодняшний момент, ну это ранее, в общем-то, можно было также сделать, перевести в безубыток на сегодняшний момент, да, то есть золото тоже может отреагировать, да, на события из Америки, на сегодняшние события. Вот, посмотрим за реакцией. Что касаемо достижения, да, зон, то есть у нас мы достигли границу 1252.49 совсем недавно, да, но при этом не смогли пробить в дальнейшем эту границу для того, чтобы была возможность продолжить покупки, да, то есть уже с конечной целью, то есть это зона 1263.52. То есть ближайшие цели мы достигли по покупкам, но далее, собственно, мы не пошли. То есть сейчас у нас образован очередной максимум на 4 часовке, при этом на дневном таймфрейме мы наблюдаем за процессом формирования очередного максимума. Пока еще рано говорить, да, что у нас максимум сформирован, об этом мы будем говорить уже на следующей неделе, это уже точно. И если у нас максимум сформируется ниже предыдущего, да, среднесрочного, то есть мы уже будем наблюдать за ослаблением, да, именно с точки зрения технической картины, ослаблением восходящего тренда. И уже, возможно, в дальнейшем мы увидим пробитие зоны 1203 и обновление предыдущего локального минимума. Это будет означать о полном смене настроения крупных участников, да, смена тренда. Вот. Но это произойдет в том случае, когда ожидания у крупных участников, да, то есть уже будут, в общем-то, сопоставляться с фактами, которые будут выходить уже со временем. По Америке, то есть по всем событиям, да, в Америке, важным событиям, вот, тогда уже мы действительно увидим этот акцент, да, смещение, и, конечно же, будем стараться уже действовать в соответствии с ожиданиями, да, и, ну, опять же, с основными настроениями на рынке. Вот, на текущий момент пока мы смотрим, пока в ожидании, ну вот позиция у меня, да, позиция в безубытке, если сегодня закроемся, ну, в принципе, ничего страшного, до этого достаточно неплохо мы на золоте заработали, на его росте. Вот, дальше будем смотреть, что касаемо продаж, актуальных, да, продаж, ну, здесь уже будем рассматривать пробитие зоны 1237.07, выход цены ниже данной границы, ну и отсюда уже будем размышлять о продажах, да, движения, то есть ближайшими целями у нас цели 1225-24, это ближайшая зона, далее 1216-94 и конечная зона у нас будет 1203, то есть возврат к предыдущему локальному минимуму. Вот, а пока мы с вами в ожидании. Далее, что касаемо доллара-рубля, вчера мы видим, доллар-рубль у нас был во флете, то есть особо ничего интересного у нас не было. При этом нисходящий тренд у нас сохраняется, и недавно мы образовали там очередной максимум на 4 часовке. Постепенно нужно ждать, мы ждем достижения нашей минимальной зоны, минимум в прошлых, граница 56.82. Так, что у нас тут? Вижу опять дискуссия. Так, по поводу грамоты знаний, в понедельник посмотрите, что будет. Так. Стопы, закрываете сделки по ситуации. Это вам для общего развития. Золото на продажу. Вот, Андрей, ну вот по поводу золота, то есть, ну, ситуацию пока мониторим. Да, то есть рановато с точки зрения продаж, ждем подтверждения продаж для того, чтобы зайти, да, хорошо, и сразу была возможность заработать. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас на сегодня все-таки интересного.
будет сегодня пятница. Так, Франция 9.30, вал внутренний продукт. Квартальное значение, годовое значение 0.4, квартал без изменения. Посмотрим погоду. Немного всего лишь, конечно, может повлиять на евровалюту. Всего лишь немного. Далее составной индекс деловой активности. Германия 56 значения. Так, ну видим, что ожидания чуть хуже, чем прошлое значение. Посмотрим, конечно, что будет по факту индекс деловой активности в секторе услуг. Вот маркет. Пока видим, то есть цифра здесь у нас чуть лучше прогнозируется в секторе услуг деловой активности. Вот, тоже немного может укрепить евро на сегодняшний момент, именно свою сессию немного укрепить. Также по еврозоне, да, тот же индекс деловой активности в секторе услуг, составной индекс. Здесь мы видим прогнозы у нас чуть хуже, чем прошлая величина. Ну, как правило, прогнозы чаще всего оправдываются именно по еврозоне. Так, одобренные ипотечные кредиты, это у нас Британия. Далее открытие Америки, выступление представителя ФРС США Чарльза Эванса. Так, заказы на товары длительного пользования. Вот эта вот статистика повлияет сегодня на американский доллар. При этом ожидание мы видим 0,6%. Ожидание выше прошлой величины, да, то есть это положительный эффект. Для валюты это без учета транспорта, уже заказы на товары длительного пользования, значение 1,2 мы видим, то есть уже здесь определенные противоречия против прошлого значения 2% ровно. То есть уже, ну, могут быть как раз таки смешанные новости. В связи с этим, конечно, разноправленные движения вполне возможно. Но при этом все-таки, да, даже не эти события будут главные на сегодня. Индекс потребительских цен Канада сегодня месяц, да, индекс инфляции, видим, что месячное значение гораздо ниже, чем прошлое, 0,2, да, видим замедление, базовый индекс потребительских цен год 1,7, без прогнозов, индекс потребительских цен по году при этом без изменений, видим 2,1, то есть если цифра выйдет по прогнозам, да, то есть особо, конечно, мы не увидим никаких изменений. По канадцу именно, в плане роста, либо снижения. Ну и вот как раз таки сегодня Конгресс США, это главное событие, голосует за законопроект о медицинской реформе. Также сегодня тоже важное событие уже по России, вал внутренний продукт за месяц. То есть публикация, даже цифр нету, видим. Ни прогнозов, ни прошлой величины. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда сегодня в 16.05. Так, базовый индекс потребительских цен от Банка Канады без ожиданий. То есть здесь у нас без комментариев получается. Далее индекс PMI в производственном секторе 54.8, прогноз видим чуть лучше. И отчет от Baker Hughes по активным нефтяным платформам США в 21.00 на сегодня. Поэтому будем смотреть. Опять же, влияние на рынок черного золота возможно окажет. Так, какие новости мониторить по доллар-иене? Ну, на сегодня, опять же, что касаемо Японии, у нас уже новости все прошли, события основные. Мониторим США, собственно, события главные, да, то есть самое главное голосование, да, в Конгрессе. По законопроекту это главное на сегодня, и уже второстепенные, это, опять же, выступление представителей ФРС, да, США, и заказы на товары длительного пользования, обращаем внимание. Вот, все в совокупности, уже оцениваем ситуацию, будем рассматривать. Но опять же, уже можно понять, да, то есть со вчерашнего вечера, сегодня, да, то есть идет уже смещение акцента на рост американской валюты, поэтому, возможно, у нас доллар-иена, да, еще подрастет, там сегодня, может быть, уже и с понедельника начнется рост. Вот. Но в любом случае у нас с вами есть условия, да, то есть по нашей технической картине, и как только условия будут достигнуты, да, то есть мы уже будем рассматривать те же покупки и закрывать также продажи.
Вот. На текущий момент у меня все, в принципе, что хотел вам рассказать, показать. Все рассмотрели основное. Хочу вам пожелать на сегодня хорошего настроения, удачи, побольше профитов. Условия, в общем-то, достигаются у нас. Мониторим ситуацию. Австралиец, новозеландец в продажах. Вот. Ну и встретимся еще чуть позже в 13.30. Посмотрим, как у нас Европа повлияла на наши инструменты. Вот. На текущий момент у меня все. Всего доброго и до скорой встречи.